Сонзяконда мюе, сеяконда оню, юлангуркан эвом, асилита юнгум. Сеякора вэвам, вэвам ню залпату, юлангуркан эвом, нирамидангум. Намдэнду тарэвэ, мурида вангало, яля на вангало. Нундан арканундей, ненны я иннынд, ненны я иннынд. Я тоже в 9 лет, так же, как они, на вертолете прилетела учиться. У меня родители тоже оленеводы, у меня мать Ненка. Сегодня уже 11 лет, как я работаю в санаторной школе. Из них 9 лет учителем, а остальные вот директорствую. Дети, которые к нам поступают, они поступают действительно с различными заболеваниями. Иммунитет у них ослаблен. Основная цель – их образовать, оздоровить и сохранить их самобытную культуру. Держите Мартика. Оля. А, Мартик нужно положить. Да. Мартик, ты где потерялся? Он же в прострации, не понимает, куда его привезли. Оля, он в прострации, даже на него обратите внимание. Он вообще ничего не соображает, что ему говорит. Так, девчушки, оттуда все наверх, давайте, козы. Родители переживают. Ребенок, который получил образование в условиях города, и он привык к благам города, что его ребенок не вернется обратно в условия самобытной культуры. В условиях тундры, когда они живут, у них нет, мне кажется, детства, потому что я помню это из своего периода. Они начинают работать, помогать родителям. Это и кослать, и пасти оленей, за младшими братьями и сестрами посмотреть, и воду принести, и где-то прийти маме помочь. Мальчики, как его зовут? Белуша. Как зовут маленького? Виталик. Давайте его сюда, веди его сюда подстригать. Давайте его сюда сейчас пить. Давай, Марк, хорошая. Он боится. Вы ему рассказываете. Расскажите. Надо волосики подстричь. Нужно ли сегодня получать образование детям? Необходимо ли сегодня их учить ориентироваться в этом современном мире? И необходима ли им социализация? Им хорошо в интернате, но они при этом понимают, они нам об этом говорят, и мы об этом говорим, а то и оленеводы, что для вас оленеводство — это ваша жизнь. Олень, он вас и накормит, и согреет, его надо беречь сегодня. Заколочки все сняли? Девочки, ободочки? Цегина то холам дива, школа ханаман сяну. Не на цие лерманок, то холам на ну. Сава сире сир там биво, се до рангу пирин зёда. Не на цие лер савял тадур, парман тадуси. Все время. Образование сегодня на первом месте в наших условиях интерната, но при этом самобытные культурные основы, которые они испокон веков передавали друг другу, детей, которые воспитываются у нас в интернате, я очень хочу, чтобы они понимали, поддерживали, чтобы они сохранили это, но при этом получили образование. Пусть даже начальное, научились читать, писать, считать и понимают русский язык. Озеро Нет. Девушки, я хочу. Девушка, ваша.
меня такая точка зрения, что наши выпускники для того, чтобы вести кочевой образ жизни, социализироваться в нашем обществе, то им достаточно этих 4 классов. Каждый человек должен быть готов к труду и обороне. Просто мы с вами будем давать эти нормы. Сейчас мы с вами идем подтягиваться на турнике. Направо, раз, два. А что все налево-то повернулись? Не раскачивайся, а подтягивайся вверх, эти локти сгибай. Позорник! Раз, молодец, резче. Два, давай. Молодец, все, слушай. Мы пошли в тундру, начали играть с ними. Где-то прятались, там аркан кидали, вот, листочки собирали. Им необходим определенный подход. Их надо любить, потому что какую-то порцию любви, внимания не получают в тундре. И думаешь, вот надо еще что-то придумать, чтобы этого счастья детского, которого они и в условиях тундры не всегда получают, чтобы они максимально получили в школе-интернате. Ля коко, я ля ко, я ля я демба мо, я ля коко, я ля ко, я ля я бере мо, я ля коко зевари. Маня моя биво, я ля кукунзе ваезе, тида я дагаво, я ля. Наше горе прогулки на участке нашего интернета мы увидели в кустах птицы. Мой младший брат схватил камень и бросил птиц обычно. Мы так делаем тундру, когда охотимся. Мне стало жаль бедную птицу, потому что и съесть ее мы не сможем. И она на подпитание долго не проживет. На следующий день она оказалась мертва. Чем была соя равы? Тянет их больше вот свобода, олень, любимое дело. Для них это радость. И это здорово, что на сегодняшнем этапе они все хотят обратно вернуться к себе в тундру. И они уже образованные. Но при этом Сара, например, сегодня у нее еще детство, гламурность, вот красота, вот эти вот манеры. Ей очень нравится ногти красить. И сегодня Виктория Викторовна, наш заместитель директора по учебно-воспитательной работе, она пример для нее, что женщина может красиво выглядеть, что она на туфлях ходит, ногти накрашены. И Сара это наблюдает, но я вижу в ней, что она хочет. Она хочет жить в условиях города. Давай, можно она попробует? Давай, съешь. Конечно, умеет. Еще как. И по-русски, и по-немецки, и еще по-татарски можем как пару слов. Да ты че? И кто же татарскому там лучше? В социуме дети живут. Слышу. Господь.
идите никуда, не идите шагом. Посмотри на одну. Так, девочки, посмотрели и заходим. Ну, хватит уже. Там холодно. Там холодно, а вы раздетые. Конечно. Налево, 10-й ряд. Мне предпочтительнее, чтобы они продолжали вести кочевой образ жизни, нежели я их просто в условиях города. Потом сама буду наблюдать, что они гибнут. И я им помочь не смогу, потому что на этом у меня полномочия закончились. Бабушка сказала, у Сары 4 класса закончить, и все. Надо будет Тёме. Маме надо будет помогать. С любовью пищу падаю.